Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, очень хорошая новость. Фигурист из группы Тутберидзе Морис Квитилашвили, выступающий за Грузию, занял второе место на Гран-при России. Морис, канал Team Tutberidze News поздравляет тебя с прекрасным выступлением и достойным вторым местом. Лидировавший после короткой программы Морис Квитилашвили, представляющий Грузию, уступил победителю почти 6 баллов 275,80 в основном за счет второй оценки. Фигурист из «Хрустального» откатал программу с двумя четверными, сальховым и тулупом, первый в каскаде с тройным тулупом, второй с двойным. Досадное падение на третьем четверном, сольном тулупе, стало единственным серьезным недочетом. Тем не менее, на своем первом старте сезона Морис продемонстрировал отличную готовность, интересные программы и уверенные прокаты, заслуженно заняв себе место на пьедестале. Это вторая медаль фигуриста на этапах серии Гран-при. Рад, что все сложилось для меня лучшим образом. Не все получилось в произвольной программе, короткую я откатал лучше. Дальше будем работать. Хочу поблагодарить родителей и моих тренеров, которые вносят большой вклад в мое развитие. Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при России 2020, опередив двух фигуристок из Академии Плющенко, Косторная, вторая, Трусова, четвертая. Александра Трусова допустила 4 падения и пропустила на пьедестал Анастасию Гуликову.